Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Ну что, сегодня у нас месяц апрель начался. Ребята, этот день, 1 апреля, считается как день дурака, день розыгрышей и тому подобное. Так что, если вас сегодня развели или подкололи, прошу не обижаться. Ну что, ребята, а мы забираем 37,5 миллионов древесины. Отлично. Так, я надеюсь, что сегодня у нас будет какое-нибудь событие доступно. Будет или нет? Блин, через 8 часов, ну вы серьезно что ли, ребят, Эх, и ничего не сделаешь, понимаешь, в чем дело? Ничего не сделал. Ладно, у нас, надеюсь, там на арене все плохо. Нам нужны эти, как они называются-то? Паки, конечно же паки. В принципе, нужны, поэтому, наверное, ребят, отыграем арену. Ну, естественно, посмотрим, пошоркаем все, что у нас тут есть, что мы сегодня получим, какие награды. Сколько ресурсов, кого куда отправим. В общем, ну, понимаешь, да? Сказать так, ревизия сегодня будет у нас. А через 8 часов, ну, это вечером, друзья мои. Вечером, когда, видимо, и черепашки можно будет поиграть. И можно еще одну серию по драконам-всадникам олухов запилить. Так, что у нас тут? Так, яйцо дракона. Барс и вепрь. Давай бесплатно лети. Так, кривоклык, не грусти. Костями похрусти. Так, яйцо. Продолжаем. Бегство. Давай, бесплатно. Все, естественно, бесплатно, друзья мои. Так, здесь что? Яйцо. Яйцо. Яйцо у них дешевле, чем эти руны. Ну, в принципе, оно и понятно. Так, сезонный абонемент. Что такое? До конца сезона на рынок. У нас, ребята, 400 вымпелов. Так, награду получили. И вот здесь еще тоже 50 заберем. Так, что у нас тут? 50 рун, отлично. Слушай, у нас еще 450 вымпелов осталось. Сколько там у нас? А, 750 нужно, не хватает в любом случае. Ну, в прошлой серии мы с тобой взяли все-таки одного бойца здесь, да, которого у нас не было до серии. Теперь он будет у нас. Так, бесплатно открываем пак. Монетки Удина плюс сам набор. Громобой, пристиголов, громоль. Чутка ресурсов. И сразу же тогда рекламный. Ну, как всегда, монетки. Ну, а здесь чудовище, громоль, кривоклык. Да, кривоклык у нас самый мощный пока из драконов, который имеет 18 уровень. И это очень классно. Ну что, забрали здесь награду. Давай посмотрим, что нам легенды наши принесут. Сломанный меч, тусклый янтарь. Ну а ты, как всегда, листочек и опять же тусклый янтарь. Тут можно только вот это вот, наверное, выменять. Что-то я не понял, ты что стоишь-то? Я тебе говорю, отправляйся. Так, эти пока пускай стоят. Вода. Бесплатно. Лети. Тут вроде бы все пока по тишине. Этого можно отправить на обучение. Кревет. А кревет нам что будет доставать? Да ничего, ребят, не будет. Этот уровень будет просто... просто пустой, скажем так. 144. Блин, 60 будет, прикинь. Блин, а кто? У меня же кто-то отправлен был, да? Или никто? Или никто не был отправлен у меня за железом? Нет, по ходу дела, таких у меня. Плохо. Что я тебе могу сказать? Очень плохо. Нехватка железа. Плюс надо просто отправлять их за добычей ресурсов. А подожди, какой я же... Да... Орет там, викинг. Викинг орет. Обрадовался, что на него кликнули. Что его заметили там. Ну ты что мне тут принесешь?
120 тусклого янтаря. Ладно, допустим. Что-то с железом, конечно, у нас вообще просто проблемы какие-то. Да даже это не из-за железа, а потому что у нас, ребята, ресурсов нету. Очень мало ресурсов. Если бы они были бы, естественно, мы бы могли бы отправлять их. Хоть каждый раз, хоть каждую минуту, но, к сожалению, пока это нельзя делать. Ну что, вроде бы здесь со всеми разобрались, всех отправил. За всеми присмотрел. Так, ну можно еще кое-кого на прокачку поставить, отправить. Слушай, а этот парень с 52 уровня будет добывать железо. Ну там, естественно, на крохи будет добывать, но тем не менее. Чего? 250, ребят, железо нужно. Да вы... Ох, вы издеваетесь просто надо мной. Просто надо мной вы издеваетесь. Откуда я же тебе сейчас достану 250 железа? И так, тем более, легко. Конечно, нигде. Конечно же, нигде, друзья. Так, 640, да, у нас? А, 740. А нам 770 даже. Слушай, я же могу взять один пак, получается. Давай возьмем. Сезонные награды. Так, рыба, 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 янтарь и немигающий страж. Название-то какое? Немигающий страж. Угу. Как-то так. Ну что, ребят, вперед на арену сегодня. Какой там открывать? Ты что делаешь-то? Открывать схватка? Открывать нажал. Сейчас попробуем немножко здесь побомбиться. Я не знаю, один пак, два пака вождя. Наверное, два пака возьмем сегодня. Че нам один, да? Мараться ради одного. Ты, Громоль, успокойся, а, парень. Так, тут еще тройной удар. Ох ты. Тройной удар не шутит. Блин, тут еще этот Сарделька, она страж. Блин, со своей суператакой этой. Слушай, по-моему, сейчас что-то будет плохое. Случилось страшное. Давай, зелень, помогай. Бомби там супостата своего. И что делать? Понижает нам броню. Так, Сарделька, я думаю, добьет же его наверняка ведь. Нормально. И опять же берем его в слепоту. Соответственно, сможем его спокойненько теперь разобрать. Он живучий, ты посмотри, как я не знаю кто. Окей. И добиваем, ребят. Все. Наш следующий поединок состоит вот из таких драконов. Престиголов, Костолом и опять же Сарделька. Чего не любители так Сардельку-то сюда вставлять в последнее время? Ну, естественно, этот-то подхалим, чтобы не воспользовался, так удавится, ё-моё, быстрее. Ну, в общем, Барсика мы потеряем, это однозначно. На дорожку мы с тобой прихватили все-таки Престиголового. Так, ага, мы еще и хильнуться успеваем. Это уже радует. Но Барсика все равно завалят. А может быть и нет. Сейчас глянем. Еще вытворяет. Понижаем броню. Атака. Надкус. Надо было слепоту на него вешать, и все, ребята. Тогда бы точно мы его запинали бы. Сейчас Барсика можем... Выжил. Ёк-макарёк. Это ж круто. Очередной поединок. И я смотрю, здесь громобой, лаварык и шторморез.
Ну что, будем, наверное, все-таки начинать с громобоя. Как по мне, так это лучше всего начинать. Потому что он самый здесь опасный из всех. Из всех вот этих вот драконов. Так, что ты там собрался делать? Понижает. Понижает нам атаку. Давай, Барсик. Отлично. Так, ну что, второй у нас будет на раздаче. Это Шторморез. Ну, на самом деле, это не Шторморез. Шторморез — это мы. Вот как мы выглядим. А это сородич Штормореза. Не помню, как его величать. Ну, я его называю всех. Всех этих одинаковых называем Шторморезом. Так, понижаем. Бьем. Делаем слепоту. Нет, давай просто укус. Так, он даже ничего не успел сделать почему-то. Инициатива, что ли, такая маленькая. Сейчас хильнется. А, щиты, щиты повесил. Ну, как видишь, они ему не помогли. Ну что, ребята, первый пак вождя мы с вами получаем. И, как видишь, не совсем удачная, конечно, была сегодня заходка на арену. Два обычных пака нам выпало. Что нам здесь выпадет? Громобой, шепот смерти, экзотический шепот смерти, парящий прихвостень, а барсик и вепрь. Погнали за вторым. За вторым паком. То есть, при хорошем раскладе, друзья мои, при фул победе, то есть трех драконов, если мы выносим, нам нужно всего лишь сыграть три поединка. Так, этот что, лилипут здесь делает? Блин, он еще и... Он еще и страж. Сейчас будет бомбашить. Кривоклык тут еще. Да хорош. Фига вы, ребята. Хорошо, хоть этот промахнулся. Я думаю, сейчас распинают нас по полной здесь программе. Барсик, уничтожишь его? Красавчик. Так, ну что, теперь кривоклыка берем. На растерзание, да? Скорее всего, так будем делать. Хиляться. Двойная атака. Так, ну сейчас кого-то они меня уничтожат, это однозначно. Хотя, не факт. Да, не факт. Так, кривоклык в минус. И остается малыш. Малыш, я Карлсон. Пойдем полетаем, ё-моё. Отлично. Так, теперь сюда и укус. Не, нафиг нам укус. Вот, что делаем. Укусить всегда успеем, а вот слепоту не всегда можешь повесить. На тебе. И добивка. Вот и все. Ну, а вот и очередной бой. Здесь, я тебе скажу, два противника очень сильных для меня, по крайней мере. Это Парящий Прихвостень и, конечно же, Громобой. Ой, Громобой, Кревет. Я не буду вам объяснять, чем они опасны. Этот, например, Огнеплюй. Ты посмотри, что они мне оставили. Да, в этой пачке, скорее всего, не получится нам пройти. Сейчас он добьет, конечно, добьет, ребят. Да, люто, конечно, не тут с нами обошлись. Это сейчас Кревет бомбанет. Ё-моё, он же сейчас сделает электрический разряд. Ребят, это все, это фиаско. Ё-моё, ты посмотри, что вытворяет. Мы даже с тобой не добьем, блин. Конечно, кривоклыку. Кранты, ребят, конечно, кранты. Дайте хоть одного-то бомбануть. Дайте мне вот этого. Да. Вот почему я всегда и опасаюсь таких вот вражеских команд. Ну что, если мы с тобой сейчас подобьем трех вот этих вот драконов, это будет у нас последний поединок. Потому что нам не хватает как раз трех драконов. Ну вот смотри, что вытворяет, а. Твою налево, по-моему. Ничегошеньки у нас тут не получится. Они сейчас его уничтожат, но если только кривоклык. А что он сделает? Я не знаю, что он сделает.
Ну, куснет он. Ну, Барсик тут будет. Барсик вообще по стражам бьет очень слабо. Надо нам, значит, делать следующее. Брать. Ё-моё, он еще и глушит. Он еще и глушит. Сарделька, помогай нам давай тогда. Бомби. Ну, допустим. А он опять разбег. Тьфу ты. Посмотри, что творяет, а. Ну давай, сарделька, уничтожай. Опупеть уничтожил. Молодец, красавчик, что я могу сказать. Так, скорее всего, тут пойдет на ничью. Твою налево, я не хотел на ничью идти. Специально тянет время. Да, друзья, он специально тянет время. То есть, пока я на него тут слепоту, тут солнце... Все, последний ход. Значит, впереди еще один поединок. Я не успел уничтожить трех драконов. Ничья. Какие-то прям сложности у нас пошли на этой арене, я смотрю. Просто сложности. Так, скалотряса. Что-то опять куда-то... Музыка исчезла. Так, тут еще и дымодышащий этот. А я все, видишь, на скалотрясе акцентируюсь. Так, мы быстрее, да, убрали? Пока, Барсик. Как ты заколебал-то, а? Блин, пониженная броня хуже не придумаешь. Так, давай, кривоклык. Что мы можем сейчас сделать? О, найс. А этот сейчас фаербол бомбанет. Нет, не фаербол, наверное. Все-таки фаербол. Я думал, может быть, сделает дыхание массовое, огненное. Но он почему-то фаербол решил сделать. Ладно. А сейчас? Понятно. Но мы-то, главное, победили. Ну, а вот и второй пак вождя. Шипорез, шторморез, вострозуб, грамгильда. Скудненькая награда, скудненькая, конечно. Ну что, друзья, в принципе и все, больше я пока здесь ничего сделать не смогу. Все сыграли, все у нас получилось. Хотелось, конечно, лучше, но как сыграли. Арена, конечно, что-то тяжело сегодня пошла как-то. Очень много фейлов. Так, понял. Подожди, а чтобы домики улучшать, нам нужно прокачать будет опять же кузню, да? Да, опять же кузню. Ладно. Тут надо сейчас сделать акцент, ребят, на добыче железа. Ну и, соответственно, на добыче ресурсов, потому что, ну, это никуда уже не годится. Вечная какая-то нехватка. Сегодня еще событие будет. Надеюсь, оно будет. Через 7 часов 37 минут. Это уже где-то ближе к 9 вечера. Ну, сегодня уже навряд ли этот видос будет. Скорее всего, завтра выложу. Так что на этом будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.